Всем привет, с вами видеоблог WarStory, я Алексей, с нами Гельмут Вайцер. Привет, коллекционеры! Мы находимся в Гамбурге в магазине Гельмут, и мы с вами счастливчики. Гельмут только что выкупил коллекцию с невероятными предметами. И это не просто предметы, а каждый из них сопровождается документами или другими предметами. Пожалуйста, расскажи нам обо всех этих документах, медалях, знаках. Я был очень поражен, когда это увидел. Да, нам повезло выкупить отличную коллекцию, которую собирал коллекционер из Франкфурта последние 25 лет. И вот сейчас он решил ее продать, и многие предметы он покупал у нас, так что это как встреча старых друзей. Коллекционер собирал награды, нацистское серебро и, конечно же, холодное оружие. У нас здесь одна особенная сабля и еще две внизу в имперской секции. И я бы сказал, в этой коллекции несколько настоящих сокровищ. Что ж, давай начнем с подборки по рыцарским крестам. Они представлены тут в трех степенях. Обыкновенный, с дубовыми листьями и дубовые листья с мечами. И это первый раз на канале, когда три степени можно показать в одном видео. Да, к сожалению, креста с бриллиантами у нас сегодня нет, но это и не повседневная вещь, это правда. Так вот, я бы не назвал это подборкой, но все три креста сопровождаются документами, и что круто для продвинутых коллекционеров, они все разных производителей. Простой крест сделан производителем Klein & Quincer, известный производитель с клеймом 65 на кольце. И по дизайну эти кресты немного отличаются от Юнкера или Штайнера Люк. И что круто, футляры от фабрики Klein & Quincer иногда имеют штамп. Не на всех футлярах он есть, но здесь мы его видим. И этот крест принадлежал офицеру, служившему на штурмгешутце. Его фамилия была Гланде, он был обер-лейтенантом. И этим крестом он был награжден посмертно. И где-то 20 лет назад мы выкупили этот крест напрямую из его семьи, и они отдали нам вместе с ним все его фотографии. И так как он был награжден посмертно, понятно, что здесь нет его фотографии с рыцарским крестом. Но в полковой книге можно увидеть фотографии его похорон. Он погиб 2 августа 1944 года, и вот здесь фотографии с его похорон на Восточном фронте. Отличный материал, и так как крест никогда не носили, он просто в исключительном состоянии. Второй крест с дубовыми листьями принадлежал одному очень известному офицеру СС. Дубовые листья имеют классическое клеймо 21, а сам крест — это ранний Штейнхауэр и Люк. Крест слегка поношен, можем представить, как он красовался на шее у офицера. Его фамилия была Хак, и этот крест также пришел с полной подборкой фотокопий документов на штурмбанфюрера Хака из семьи. Интересный факт, что семья продавала его вещи по частям, и одна из таких частей была недавно продана на аукционе в Германии. Все награды, как мы видим, сохранились в нетронутом ментовом состоянии. Здесь по банту видно, что это женский крест. Так вот, в той подборке его военная книжка, некоторые документы и награды, чтобы создать красивую группу. И крест в подборке не ношенный, а мы знаем, что он носил его до последних дней. Хак пережил войну и умер где-то в 80-х. Вот, тут даже есть его после военное письмо с подписью для коллекционера, который владел этим крестом и купил его у нас. Так что есть отдельно вот этот ношенный крест, а в той коллекции, где находятся его документы и награды, там
крест не его. Он настоящий, не подделка, но он не принадлежал Хаку, и никто не пытался обмануть, они просто создавали красивую подборку. Ну и третий крест в подборке с дубовыми листьями и мечами — это один из самых известных типов, так называемая «ленивая двойка» от Юнкера. Если посмотреть сзади, мы видим клейма 2 и 800. «Ленивой двойкой» их называли потому, что цифра 2 всегда лежала на боку. Здесь же тот редкий крест, где двойка стоит вертикально. На дубах и мечах также присутствует известное клеймо 21. Этот крест принадлежал известному генералу доктору Карлу Маусу. Доктор, потому что он был дантистом, и в конце войны он получил фактически смертельное ранение и лежал в госпитале в Копенгагене. И он был одним из последних, кого наградили бриллиантами к рыцарскому кресту с дубами и мечами. Бриллианты он так и не получил, война почти кончилась, но вот этот крест принадлежал ему. Он выжил, стал успешным дантистом, и оба его сына работают дантистами в Гамбурге до сих пор. Да, это крутая тема, когда ты получаешь вещи напрямую из семьи. В Соединенных Штатах своя специфика. Ты можешь получить предмет из семьи, но это будет предмет из семьи американского ветерана. И скажи, как давно ты получил эти кресты в свое владение? Этот крест попал ко мне впервые в 2003-м, и я обалдел, когда он вернулся ко мне больше, чем через 20 лет. О да, мне это знакомо. Да, встреча старых друзей. Когда ты выкупаешь коллекцию, то в первую очередь смотришь на предметы, которые могли быть у тебя раньше, и ты знаешь, что они подлинные. Дальше вопрос только в цене, а не в оригинальности предметов. Да, ты всего лишь проверяешь состояние предметов, сохранились они или нет. Да, и в этом случае мы выкупили все предметы в том же состоянии, что и продавали. Также у нас есть почетный кубок Люфтваффе для пилота-наблюдателя, летавшего в KG-3. Он не серебряный, а сделан из альпаки. Дата 7 декабря 42-го. В комплекте благодарность, летная заколка и документы на Демьянский щит. Так что это определенно Восточный фронт. И тут еще интересный и редкий документ. Почетный лист Люфтваффе. Тут перечислены новые награждения немецким крестом в золоте и почетным кубком. И если мы посмотрим вот здесь... Фамилия его была Энгель. Вот, в то время он был оберфельдфебелем, был пилотом-наблюдателем в истребительном батальоне, а последнее звание — лейтенант. И если я прав, Энджел — это ангел. Да, отличная фамилия для офицера Люфтваффе. Да, но они не были ангелами. Еще несколько подборок по ордену заслуг германского орла. Одним был награжден румынский генерал, нашейный крест и нагрудная звезда. Еще одна группа итальянского капитана, и у него двойное награждение. Нашейный крест с награждением в 1938 году без мечей, а вот в 1942 его уже наградили таким же крестом, но уже с мечами. Оба креста сохранились, оба с документами, фотоальбомы его тут, но что действительно круто, есть еще представление на железный крест второго класса. Подписано Кессельрингом, командующим Югом. Бумага не говорит о том, что он был моряком на службе в Люфтваффе. Кессельринг был главнокомандующим всеми войсками Юга, всей Италии. Награда была получена от адмирала, и для итальянского капитана в то время это значило очень многое. Орденом заслуг немецкого орла никогда не награждались сами немцы, за одним исключением. Это был министр Риббентроп. Награжден был сам Риббентроп, а также его секретарь, так что только двое немцев получили эту награду. И есть тот же орден, но в более высокой степени. Тоже нашейный крест и нагрудная звезда, причем нагрудная звезда на ступень выше нашейного креста. Тоже двойное награждение, но здесь с мечами, военное. У румынского генерала мы видим такой же комплект, но он без мечей, так что мы понимаем, что он не был фронтовым офицером. Возможно, он был в тыловом снабжении или офицером связи, что-то вроде того. И был награжден в 41-м. Также мы выкупили обратно подборку на офицера маленькой подводной лодки.
Ему повезло пережить войну. Сначала он служил на минных тральщиках, а потом перешел на подлодки. Вся эта подборка пришла напрямую из семьи. И на его наградной колодке с 45 по 57 год мы видим награды Федеративной Республики Германии. Тут все в миниатюрах, и военные награды тоже. После войны он стал очень известным доктором и профессором, который сделал хорошую карьеру в Киле. Но его наследников совершенно не интересовала история, они продали награды нам, включая его часы и послевоенные награды. Такая вот интересная история. Так, а теперь что-то для наших итальянских друзей. Кто-то скажет, зачем покупать итальянские сабли? Но, уверяю, была причина. Это почетная сабля фашистской армии, которой был награжден немецкий генерал. И вот здесь у нас даже табличка с посвящением. 41 год от итальянских чернорубашек, ему как командующему одним из итальянских элитных подразделений. Это был дар ему перед уходом с поста командующего. В Америке ты не часто встречаешь итальянские предметы. Да, это правда. Правление Муссолини, итальянский орел, сидящий на фашине, и фашины также на ножнах. Сейчас я покажу клинок. Конечно, общее качество нельзя сравнить с немецким, но что есть, то есть. Прекрасный травленый клинок, но если мы сравним его с немецким, ну, конечно, ты скажешь, что такое себе. Итальянские клинки, они другие. А также я выкупил несколько предметов, которые раньше у меня не бывали. Так что я счастливчик. Вот, например, комплект столового серебра Гитлера. Американцы находили такое в 45 году, в основном в Бергхове. Вот эту тарелку, например, я нашел как начинающий коллекционер больше 30 лет назад, во время своей первой поездки в Соединенные Штаты. А вот в этой подборке круто то, что здесь мы видим все это столовое серебро, а на табличке видим имя американского ветерана. Он забрал это в 45-м в Бергхоф, Оберзальцберг. Об этом мне рассказал коллекционер. И эта же группа описана в очень известном журнале или буклете полковника Тома Джонсона. К сожалению, он уже не с нами, но он был моим хорошим другом. И этот буклет был издан в 1984 году. Думаю, многие из вас еще даже не родились в это время. И в буклете фотография 83 года, где вдова и дочь этого ветерана сидят в своем саду перед его трофеями. И что мы видим здесь? Ножи, вилки, ложки и салфетки. А что у нас здесь? Да абсолютно все те же самые предметы. Это лишь часть его трофеев, но очень здорово, что она сохранилась вместе до нашего времени. И еще пара деталей. Вот этих предметов у меня нет, но тарелка очень похожа на ту, что есть в моей коллекции. И еще у меня есть нечто совершенно особенное, пришедшее из другого источника. Вот это пара хрустальных бокалов. Такие бокалы у меня тоже впервые. Они, конечно, могут быть из рейхсканцелярии, но, скорее всего, тоже из резиденции Бергхоф. И обычно, что делал американский солдат, когда захватывал трофей? Он кидал его либо в рюкзак, либо в поясную сумку, чтобы затем отправить его домой. Но с бокалами ты такое проделать не можешь, и большинство из них было уничтожено. Американцы могли использовать их на вечеринках, либо просто разбивать. И тут два прекрасных бокала. Один под красное вино, другой под белое. Высочайшее качество, никаких повреждений. Золотой ободок. Даже в те времена настоящий хрусталь был дорог, и, конечно, такого не купишь в Икее. Очень круто. Да, отличное. И еще тут пара отличных биноклей. Да, редкие экземпляры. Это бинокли Криксмарин. Один для подводников 7 на 50. Он менее редкий, производство фабрики Карл Цейс Йена. А вот этот фабрики Лейтс Ветцлер. Маленькая фабрика, конкурент Карла Цейса. У фабрики были трудные времена, Карл Цейс был более популярен.
Это тоже бинокль командира подводной лодки, и у меня такой впервые. Он ранний, мы видим, что он в черном цвете. Более поздние окрашивались в зелено-серый. И, конечно, он просто в изумительном состоянии. Владелец отправлял этот бинокль на фабрику Лейтс-Ветцлер для обслуживания. Это стоило ему целое состояние. Но если мы посмотрим, он как будто абсолютно новый. О да! Видишь вражеские корабли? Да, есть парочку. И что мне нравится в этих биноклях, это своего рода магия. Конечно, это физика, но это магия. В них можно видеть и близкие, и дальние предметы, и все это не перенастраивая бинокль. Да, похоже на автофокус. Да, правда, как автофокус. Высочайшее качество. Они совсем не такие, как маленькие бинокли, которые имел на своей шее каждый немецкий офицер. Высокие технологии и очень дорогая вещь даже в те времена. Повторюсь, в этих биноклях мы видим дальние и близкие предметы, не используя никаких регулировок на самом бинокле. Это очень круто и очень важно, если ты служишь на подводной лодке или просто на боевом корабле. Просто на боевом корабле. Еще у нас есть предмет, который тоже не часто встретишь. Это румынский пилотский знак. Он не частый, но такие знаки получили некоторые немецкие офицеры, которые служили и воевали в Румынии. Или были инструкторами. И этот знак особенный, он принадлежал бриллиантовому кавалеру. В то время Герман Граф, конечно, еще им не был, но некоторое время прослужил в Румынии инструктором. Обучал румынских пилотов полетам на истребителях. Много лет назад мы выкупили все поместье Германа Графа. И он лично продал все свои вещи одному из коллекционеров в 70-х или 80-х годах. И это одна из частей его румынской истории. Обычно такой предмет может стоить 500 или 600 долларов, но с таким известным владельцем он превращается во что-то особенное. Да, это точно. Я уверен, что многих, кто сейчас смотрит нас, очень интересуют цены на эти предметы. Можешь нам кратко рассказать, что ты просишь за них? Заберешь все, сделаю тебе скидку. Нет, все явно не заберу, просто интересуюсь. Ну, как ты понимаешь, все зависит от редкости предмета. Почетный кубок Люфтваффе стоит 6500 евро, плюс документы, что-то в районе 7000 евро получается. Цены на обычные рыцарские кресты сильно поменялись с коронавирусом. Раньше они стоили до 10 тысяч евро, а сейчас их очень сложно найти меньше, чем за 15. Именной крест найти еще сложнее. И этот крест производства Klein & Quincer с совпадающей коробкой, всеми подтверждающими документами и всем остальным стоит 24 тысячи. А 15 тысяч стоит обычный крест с коробкой? Нет, без. Может быть, с лентой, но хороший Штенхауэр и Люк продается сейчас где-то за 15, а временами чуть дороже. Спрос очень большой. Рыцарский крест с дубовыми листьями штурмбанфюрера Хака стоит до 40 тысяч, я бы сказал, где-то 38. Крест же с дубовыми листьями и мечами, принадлежавший известному танковому генералу, это нечто особенное и стоит где-то 60 тысяч евро. Это будет где-то 69 тысяч долларов. Да, примерно так. Большинство орденов немецкого орла продаются до 10 тысяч. Вот этот отличный комплект на итальянского генерала с двумя нашейными крестами и железным крестом стоит немного дороже, но они все равно не достигли уровня цены на рыцарские кресты. Такой вот статус-кво. Столовое серебро Гитлера очень популярно, и последние продажи, что я видел, были на аукционе в Мюнхене. Цены были сумасшедшие, я не думаю, что сейчас легко
легко найти один предмет меньше, чем за 1500 евро. Может доходить даже до 2000 за один предмет. Про бокалы не буду говорить, естественно, они стоят дороже. Я таких больше не видел. Бинокли подводников, к счастью, сохранились в некотором количестве. Британцы захватили Бремерхафен, один из крупных немецких портов. И там были склады Кригсмарина. И эти бинокли им так понравились, что они забрали их в великобританский флот. Они получили вторую жизнь и сейчас выглядят весьма попользованными. Этот же бинокль в отличном состоянии с защитой для окуляров, и он крепится здесь при помощи небольшой резинки. Может, это будет видно вот здесь. Это самый хрупкий элемент конструкции. Прекрасное состояние, оригинальный нашейный ремень, сам бинокль и стекло в идеальном состоянии. Пожалуй, лучшее, что я когда-либо видел. Так что в этом случае из-за качества у нас цена будет порядка 3000 евро. По поводу же большого командирского бинокля я до сих пор не уверен. У меня таких никогда не было до этого. Он точно дороже, чем этот. Он настолько редкий, что ты не назовешь цену? Да, пока не определился. Раз уж мы затронули эту тему, что ты думаешь о ценах на современном рынке? Они продолжают расти или остаются на прежнем уровне? Да, хороший вопрос, на 100 тысяч долларов. Ну, я поэтому и спрашиваю. Я вижу, что цены резко выросли на все из-за ситуации с коронавирусом. Подорожало буквально все. Возможно, некоторые предметы были недооценены. До коронавируса обычный кинжал ИСА стоил 4, 5, 6, 7 сотен евро. Сегодня же, в зависимости от редкости производителя, состояния и подобных вещей, цена может доходить до 2000 евро, что просто невероятно. Но я думаю, что мы достигли новой ступеньки цены, задержимся на ней, потому что мы достигли того потолка, когда коллекционеры не могут платить больше. И по моему мнению, рынок останется стабильным на протяжении нескольких следующих лет. Конечно, будут исключения. На аукционах некоторые уникальные вещи уходят просто за невероятные деньги. Мы только что были на аукционе в Оснабрюке. Его проводил известный аукционный дом по имперским наградам. И там был комплект на австрийский орден Золотого Руна с коробкой и документами. Стартовая цена была 10 тысяч, и обычно такой комплект уходит за 25-30 тысяч. Этот же продали за 50 тысяч плюс процент аукциона. Это рекорд для такого предмета. Цены могут вырасти в будущем, но сейчас я считаю, что они останутся на одном уровне в ближайшие пару лет. А как думаешь, сейчас время покупать или продавать? Все меня постоянно об этом спрашивают, и сейчас я хочу спросить об этом кого-нибудь другого. Переадресую этот вопрос тебе. Ну, как бизнесмен скажу, что любое время хорошо для покупок. Коллекционирование по-прежнему это не только историческое хобби, но еще и серьезная инвестиция. Вот эти предметы уже никогда не подешевеют. Всего несколько исключений, типа военных игрушек или резервистских кружек, но там свои причины, почему они слегка потеряли в цене. Но на вот такие предметы цена никогда не упадет, и это не тот случай, когда у тебя возникнут проблемы с женой или подружкой. Типа ты тратишь много денег. Это самая твердая валюта после золота и наличных. Если вы думаете, что что-то потеряете, покупая такие предметы, уверяю вас, это не так. Мы инвестируем все наши деньги в покупку предметов наивысшего качества. И лучшего вложения нет. И плюсом удовольствие от истории. Да, я это вижу. Сейчас на этом столе это прекрасная коллекция. А неделю назад, когда я сюда приехал, здесь была другая коллекция. Так что ты, получается, постоянно в движении. Каждый месяц. Да, очень часто. Мы, конечно, не контролируем частоту покупок, но выкупаем все дорогое и качественное, чтобы дать нашим клиентам выбор. И после вот этих предметов я бы показал в отдельном видео еще несколько предметов по имперской Германии.
Да, это было бы очень круто, и мы оставим это на следующий эпизод нашего интервью, который выпустим буквально через пару дней.